Включаем огонь, масло не наливаем. И будем жарить сейчас вот такие рыбные наггетсы из Ашана. Трескобы называются. И к этой сковороде подарили соответствующую лопатку с пластиковым, с такой штучкой. Итак, и накладываем по одному. Сковорода нагревается. Наггетсы. Вот полчаса пожарила на сковородке филе трески. Не филе трески, а наггетсы из трески. И вот такая штучка получилась. Еще не пробовали на вкус сейчас. Ну, вот так вот это выглядит. Фарш рыбный. Пахнет аппетитно.